Модификатор Ripple, или же на русском рябь, предназначен для моделирования поверхности ряби, расходящейся из одной точки. В отличие от модификатора Wave, который делает примерно те же самые операции, но только не из точки, а по длине нашего объекта. Имеет он точно такие же параметры. Амплитуда первичной волны и вторичной волны. Потом длина волны, фаза и сглаживание. Амплитуда первичной волны будет выглядеть вот так. Так, это будет долго, давайте. Вот. То есть, расходя первичная волна, выходя из точки центра, будет расходиться по вот этой волне из углов, ну, то есть по вот таким вот диагоналям. И этот параметр будет учитывать только ту область пересечения, которая будет именно в этой зоне. Амплитуда вторичной волны. Выставим те же параметры, и оно выбрало у нас оставшуюся зону. Длина волны меняет это место этой волны. И теперь фаза. То есть оно будет как бы бурлить, рябить и выглядеть как вода. Если добавить немножко decay, то мы увидим, что у нас все очень-очень сильно сгладилось. Видите, разница. И теперь все будет происходить только от самого центра. Если, ну, так как Face обычно используется для анимирования, то давайте я вам покажу на способе, как посмотреть на значение Face, то есть не прокладывать вот так вот все вручную, а именно посмотреть, как оно будет выглядеть в анимации. Для этого нажимаем Auto Key. Вот. Задаем небольшое изменение. Теперь прокручиваем до какого-нибудь определенного момента и зададим, пускай тут будет 12-я фаза. Все. У нас вся анимация уже проделалась. От значения 0,1 до значения 12. Нажимаем на play. Вот и видим, что она у нас такая чересчур активная. Если это значение изменить, на, пускай здесь будет 4. Тут будет 6. Тут 8. Давайте посмотрим, что у нас тут получится. Вот такой вот эффект. Как по мне, так я бы больше советовал пользоваться модификатором Wave. Ну, если вам нужно анимировать только, например, центр объекта, или получить именно точно такой же эффект, только более сглаженный, например, вот так вот. То есть, как будто бы капелька упала в воду, и оно делает вот такое вот движение. То, пожалуйста, это как раз для вас.